всем привет, ребята. Сегодня еду на открытие зимнего сезона 2020. Кому скажи, 17 февраля на льду еще не был, потому как льда не было. О. Белая рыба не клюет. Пробовал на 3,5 метрах, на 4 метрах. Решил попробовать у берега половить окуня. На балансир глухо. Люди сидят, скучают. Это очевидно. Порыбачили. Плохо, да? Очень. Ну хоть что-то клевало, что-то ловилось? Клевало. Ну вон, Димка подловился, а мы хреново. А что за глубина? На какой? 5,50. 5,50? Да. 5,5. 5,30, 5,50. Тут плата получается. Да. Я понял. Спасибо. Только что подходил к мужичкам. Ловили они на глубине 5,5 метров, и они неплохо отловились. Ну, я видел, что в кульке есть рыба. Я ловил до глубины 4 метра, пробовал на 2, на 3 и на 4 метрах. Поймал одну плотвицу, можно считать, что от ноля ушел. Это был самое быстрое открытие и закрытие сезона. Больше на лед я не буду выходить, потому как он очень стрёмный. Так что теперь остается ждать новую зиму.